Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад сообщить вам, что наша коллекция высокогорных надувных антонов пополнилась новым интересным экземпляром. Это высокогорный утепляющий комбинезон под названием Warm Cube 8000 метров Suit от американской компании Marmot. Давайте с вами посмотрим, что это и чем его едят. Под барабанную дробь в кадр робко вкрадывается наш надувной высокогорный Антон патриотической расцветки с гордой надписью «Сурок» на груди. И поверьте, Антону сейчас ни разу не холодно. Все потому, что комбинезон этот, как нетрудно догадаться из названия, предназначен для утепления в условиях экстремально низких температур и высокогорного альпинизма. Ну, давайте рассмотрим этот комбинезон немножечко поподробнее. Верх его выполнен из 100% очень плотного нейлона с мембраной Membrane. Это, собственно, мембрана Marmot, которая абсолютно ничем не хуже раскрученных образцов мембран. И работает она абсолютно не хуже, чем тот же самый Gore-Tex или тот же самый Event. Вот. Собственно, работает она ровно так, как и должна работать мембрана в высокогорном комбинезоне. Низ брюк комбинезона не имеет какой-либо дополнительной защиты. Это сделано намеренно и сделано потому, что вы будете использовать либо специальную обувь для высокогорного альпинизма, уже имеющие гамаши, либо будете использовать отдельные защитные гамаши для защиты от снега и чтобы не повредить низ брюк кошками. Пух, который здесь применен, это высококачественный гусиный пух 800 Fill Power, и количество его внутреннего утеплителя, мягко говоря, зашкаливает. Не случайно комбинезон называется Warm Cube, но к этому мы еще вернемся. А сейчас давайте рассмотрим его внешние детали. На брюках вы можете неожиданно обнаружить вот такой накладной карман на одной из штанин, который очень удобен для того, чтобы положить какую-то мелочь. Кармашек не утепленный, он служит просто для того, чтобы вы могли какую-то мелочь положить, быстро, не отвлекаясь. Сбоку на брюках вентиляционная молния. Ну, естественно, молния влагозащищенная, как и полагается. И плавно переходят они в такую интересную технологию, которую Marmot назвал Stay Open Hook. Видите вот этот крюк в задней части? Вы можете его аккуратно продеть вперед, зацепить за специальную петельку, и тогда сзади вам откроется широкое поле деятельности. Думаю, это удобное усовершенствование оценят без исключения все альпинисты. Антон вот, например, просто без ума от счастья. Видите, на его довольное лицо, посмотрите только. Боковые карманы на молниях расположены так, чтобы не мешать использованию обвязки и предметов снаряжения, которые вы можете на ней разместить. Также вы можете видеть на комбинезоне нагрудный кармашек. Тоже очень удачно подходящий для того, чтобы положить быстро какие-то мелочи, не особенно отвлекаясь. Вот. Ну и особо стоит отметить то, что на комбинезоне теплые швы, что, собственно, является стандартом для высокогорной экипировки. И обратите внимание на капюшон, как это реализовано. Здесь есть всего одна регулировка сзади. Но устроена она таким образом, что, затягивая ее, вы одновременно затягиваете ее в двух плоскостях, как вертикальной, так и горизонтальной. Это очень просто, очень удобно и очень легко. Под мышками у комбинезона имеются также вентиляционные молнии, причем достаточно большие для того, чтобы можно было расстегнуться и немножечко, как говорится, стравить пар, если уже у вас вот это, до этого дойдет. Ну а сейчас давайте перейдем к внутренней начинке этого комбинезона, и там вас ожидает нечто новое. Собственно говоря, в комплект комбинезона входит вот такая вот дополнительная утепляющая куртка. Это еще одна пуховая куртка вашей экипировки. Вот такое необычное решение.
И тем не менее, решение достаточно удачное. Куртка подстегивается специальными креплениями к комбинезону изнутри. Вы можете также видеть подтяжки, которые в передней части могут быть отстегнуты. Задняя наглухо прикреплена к комбинезону с наружной стороны. Ну и, собственно говоря, что интересного в этой внутренней куртке? Когда Антон ее расстегнет, вы увидите ее внутреннюю поверхность. Выполнена она по технологии Warm Cube. И является собой вот такие вот симпатичные, очень надувные пуховые квадраты, между которыми совершенно свободно циркулирует воздух. По заверениям компании-производителя, такая технология работает не просто лучше, а работает в разы лучше существующих технологий теплых швов. И, в общем, позволяет надеяться на то, что вы явственно не замерзнете, будучи экипированным таким образом. Обратите внимание на еще один нагрудный кармашек на внутренней куртке уже. Боковые карманы на внутренней куртке. Ну и, в принципе, заслуживают отдельного внимания то, как выполнены манжеты на этой куртке. Видите, с прорезью под большой палец. Очень аккуратно вставленная, очень теплая, удачные эластичные манжеты. Вот куртку такую вы можете носить и отдельно от комбинезона, где-нибудь в предгорьях или в базовом лагере, и будет она совершенно хорошо вас греть, будет она совершенно уместна. Обратите внимание на то, что капюшон на куртке каких-либо регулировок, кроме обтюратора, не имеет. Это всего лишь дополнительное утепление, и вот именно здесь вы все равно подтянете основным капюшоном тот объем, который вам нужен. Ну, вот так вот, собственно говоря, мы вас постарались и познакомить, что собой являет этот комбинезон. Думаю, вам он нравится. Нам, по крайней мере, точно нравится. И пока Антон окончательно не запотел изнутри и снаружи, на этом, наверное, мы закончим. Да. Вот такая замечательная штука, этот комбинезон, господа хорошие. Американская компания Marmot никогда еще не подводила альпинистов, и этот раз не стал исключением. Добавлю, пожалуй, к тому, о чем мы уже говорили, что вес этого комбинезона в полном комплекте составляет 3 килограмма 175 грамм, что далеко не много для такого количества утепления, как вы можете понять. И в комплекте к нему прилагаются 2 мешка. Один для хранения, выглядит он вот так вот, чтобы вы могли его свободно хранить, пух не слеживался, комбинезон слишком не был компрессированный. Одним словом, рекомендуется его хранить в мешочке побольше. И компрессионный мешок, в который вы уже запаковываете этот комбинезон непосредственно перед восхождением и в таком виде помещаете его в свою поклажу. Ну вот, собственно говоря, это, наверное, и все, что мы хотели рассказать о этом комбинезоне. И могу добавить только одно. Качество соответствует цене абсолютно и полностью. Дайте мне только распутать трахею и пищевод. Алчные руки тянут тепло. Куда? Куда, ворюга? Вернись! Человеческая алчность.